Всем привет, с вами Вадим Казин, и сегодня в этом видео я хочу с вами поговорить на тему, что делать так называемым старикам, либо тем ребятам, которые давно играют в нашей игре, вообще в нашей игре. Ну, для примера, хочу вам показать, да, я играю с альфа-теста, соответственно, прошел, ну, там где-то в конце альфа-тест, также поучаствовал в ЗБТ, потом в открытом бета-тесте тоже поучаствовал, и играю в эту игру уже давно. В настоящий момент у меня в порту 11 десяток, 11, да, скоро на подходе будет 12-13, это грозовой, и что у нас там еще будет, и француз Анри 4, и я очень часто, когда захожу в эту игру, по вечерам, ну, там в другое время, задаюсь вопросом, а что мне делать в этой игре? Ну, вот я прокачал десятки. Выходить каждый раз в рандом, но, честно говоря, уже немного поднадоело, потому что, ну, все одно и то же, все одно и то же, да, либо там турбовин, либо турбослив и так далее, и так далее. Я к чему вообще намекаю? Я намекаю к тому, что когда-то также у нас появилась игра про танки World of Tanks, я туда заходил я туда, вернее, очень-очень давно, честно, не помню, там, или 10, или 11, или 12 год. Но тогда было всего лишь только в танках две ветки. Это была советская ветка в топе И7 и немецкая ветка в топе Маус. И тогда уже существовали так называемые роты, ротные бои. И можно было спокойно со своим, не знаю, там И7 зайти и попасть в какую-нибудь случайную роту под каким-нибудь, ну, командованием случайного командира и попробовать поиграть именно в нормальную, в настоящую командную игру с голосовой связью. Голосовая связь, конечно, там не очень была такая, но она все равно была, и это действительно очень-очень было, ну, весело, да, то есть заходи, выбирай любую роту, тебя там посмотрят твою статистику, если ты там, ну, рак, ну, первоначально я тоже был раком, не очень хорошо играл в танках, соответственно, у меня был только, как говорится, свой коридор именно в попадание там в определенную роту. Но все равно, да, мы там каким-то статистам проигрывали, у кого-то таких же, какие мы, выигрывали, иногда даже у статистов тоже выигрывали и очень сильно радовались. Мы находили каких-то опытных командиров, пытались их запомнить, потом на следующий день опять же к ним заходил я, к этому командиру, писал ему: помнишь, я с тобой вчера играл? Он: да, ты нормальный, я тебя беру в роту, и так далее, и так далее. И вот таким вот образом проходило время для игроков, которые, ну, скажем так, в тот момент открыли все топы, да. Ну, потом появилась американская ветка в топе Т-30, но были вот три основные танка, да, там Т-30, потом был И7, Маус, и было весело, забавно, интересно. Роты были там, по-моему, 80 очков. Соответственно, можно было взять 8 десяток, либо можно было взять 7 десяток плюс девятку, там одно очко остается. Также были популярны роты, когда играли там 5 уровни, КВ, по-моему, 1 тогда он назывался, с шайтан-пушкой, именно топовой. И такие роты катались. Также были роты, когда Су-26, так называемая знаменитая рота копыта. Были, ну, различные конфигурации, командиры искали себя, соответственно, искали игроков, игроки искали командиров. И это было хоть какое-то движение в тот момент, помимо рандома. В нашей игре, к сожалению, этого ничего пока нету. Конечно, впоследствии танки пошли путем развития именно танковых веток, там французы появились потом и все остальное, но все равно в тот момент ротные бои были. Теперь вопрос, а что мешает в нашей игре разработчикам сделать, запилить самые простые, вообще очень простые, так называемые эскадренные бои? Ну, возьмите за основу тот самый опыт, который был в танках. Возьмите, сделайте эскадренные бои с ограничением, не знаю, там в 70 очков, либо 80 очков, 90. Это можно спокойно узнать на форуме, задать вопрос игрокам. Игроки выберут именно количество тех самых очков. Можно даже 50 очков сделать, либо там 5 десяток, либо, не знаю, там 8 восьмерок и так далее, различные конфигурации. Это было бы на самом деле таким большим-большим плюсом. Для кого? Для игроков, вот такой как я, да, у которого 11 и скоро будет 13 кораблей 10 уровня. Также у меня есть там девятки, восьмерки. Это будет плюсом для командиров, которые будут также, ну, пытаться там командовать. Может быть, найдут в этом свой талант. И опять же будут проводить время в нашей игре.
Это будет плюсом для киберспортсменов, которые играют на турнирах, чтобы тренировать свои команды. Это будет большим плюсом для кланов, которые будут все-таки собирать в свой клан игроков и будут пытаться их обкатывать, смотреть, может быть, подбирать какие-то новые тактики. Здесь я вижу только одни большие плюсы. Кто-то скажет, ну, возможно, у нас же есть ранговые бои. Да, я соглашусь, действительно, ранговые бои интересны. Ну, лично для меня они интересны, когда ты попадаешь в высшую лигу. Там действительно проходят такие интересные бои. Все, что там ниже высшей лиги, это, конечно, тот же самый рандом с уменьшенным количеством игроков. Да, ранговые бои — это вещь, но она, к сожалению, периодична и не всегда можно поиграть. Я бы, может быть, и рад бы сейчас вот поиграть в ранговые бои, но, к сожалению, ранговых боев в настоящий момент не проводится. Давайте подведем небольшой итог. Ивенты вот эти всякие там на какие-то кораблики типа Камикадзе, сейчас уже будет ивент на Олег. Да, это все хорошо, но, к сожалению, лично мне это совершенно вообще никак не интересно. Почему? Потому что у меня и так кораблей дофига, да, тут он. Давайте фильтр сброшу. Ну, больше 100 штук кораблей. И вот, 112 кораблей. И получать копию какого-нибудь корабля, ну, не совсем не интересно. Да, у меня был Камикадзе, получил Камикадзе R. Вот, кстати, вот перед вами, да. Ну, если нет Камикадзе, можно спокойно также играть на Миникадзе. Сейчас Олег. Олег тот же самый стоковый богатырь. Ну, зачем? Зачем он мне сейчас нужен? Мне интересно именно играть на топах, на десятках. Это, кстати, тоже большой плюс, то, что игроки будут прокачивать активно корабли 10 уровня, ну, там, возможно, донатить, не донатить и так далее. И появится хоть какой-то интерес и играть в эту игру. Вот сейчас все удивляются, а где онлайн? А где онлайн? Возможно, кто-то думает, что вот такой вот онлайн плохой именно из-за лета, кто-то думает из-за не очень, скажем так, удачных ивентов. Но лично я считаю, что онлайн падает прежде всего из-за того, что просто нечего делать на топовых кораблях в нашей игре. Поэтому, ребята, если вы со мной согласны, ставьте лайк, пишите комментарии, давайте поднимем эту тему все-таки на форуме, либо где-нибудь в пабликах официальных, либо в твиттерах там всяких и так далее, чтобы разработчики действительно поняли, что это действительно важно, и скорее нам все-таки запилят вот эти вот эскадренные бои. Кто-то скажет, ну у нас же были командные бои, они провалились. Ну давайте добавлю свои 5 копеек по поводу вот этих командных боев. Вся основная проблема в том, что там нельзя было нормально пофармить серебра, это раз, да. И второе, то, что там существовал некий рейтинг, которого, кстати, не было в танках. Да, там спокойно могли статисты играть там, ну, со слабыми игроками. Слабые игроки играли также со слабыми, там, со средними и так далее. Была такая вот мешанина. И, в принципе, никто никогда ни на что не обижался, да. То есть слабые игроки проиграли команде там с клан-тегом каким-нибудь крутым, ну и ладно, и проиграли. А вот если бы они выиграли, тогда было бы действительно там, вау, да мы тут статистов порвали и так далее, и так далее. Здесь в наших командных боях был некий такой рейтинг, который, ну, по крайней мере, пытался все-таки статистов сделать статистами, чтобы они между собой играли, а слабые игроки со слабыми игроками. Но на самом деле это плохая затея, да? Сделайте обыкновенные эскадренные бои без всяких рейтингов, просто ограничения по очкам и все. И мы тогда увидим очень-очень интересные сетапы, не знаю, там кораблей 6 уровня против кораблей 10 уровня, там 10 кораблей 6 против 6 кораблей 10, и я думаю, будет очень интересно посмотреть, кто кого нагнет. Ну, в принципе, я все высказал, все, что хотел. Еще раз давайте повторюсь. Ребята, если вам эта тема интересна, ставьте лайк, пишите ниже комментарий, и все-таки будем продвигать вот эту тему ближе к разработчикам. Надеюсь, они нас уж слышат. Именно таких вот старичков, да, как я, либо просто игроков, которые уже открыли несколько десяток и не знают, что с ними сделать. Все, спасибо. С вами был Вадим Казин. Надеюсь, видео было интересным. Желаю вам всего самого наилучшего в вашей жизни и говорю пока-пока.